В Ленинском районе на остановке КБС фура влетела в трамвай. От мощного удара вагон сошел с рельсов. Кабину водителя разорвало на части. Водитель-то что? Водитель-то что? Это видео сделали пассажиры трамвая сразу после ДТП. Все случилось около полуночи напротив дома 53 по Копейскому шоссе. Водитель грузовика с полуприцепом столкнулся с трамваем. За рулем транспорта был 42-летний мужчина. А что случилось-то? Да въехали. Машина въехала. На месте работали 4 бригады скорой помощи. Водитель трамвая получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель грузовика не пострадал. На момент ДТП, как сообщают очевидцы, в салоне было около десятка пассажиров. Водитель автомобиля International, мужчина 1960 года рождения, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с трамваем. В результате дорожно-транспортного происшествия травм получил один человек. Это водитель трамвая, мужчина 1978 года рождения. Серьезных травм никто из них не получил. Как вышло, что шофер большегруза не увидел вагон, выясняется.